Всем хаюшки, с вами я, Александр, это канал IMBot, и сегодня, ребят, у нас Seven Knights. Сегодня мы здесь, чтобы вытянуть Руди. У нас сегодня, ребятки, гарант, и я подготовил вам вот этот видосик. Знаете что, ребята, ну что, вот видите, у нас даже девчоночка вот эта на нас смотрит, Шейн, и с разных сторон наблюдает за нами, чтобы мы вытянули сегодня с вами Руди, ребят. Вот так вот она на нас смотрит, говорит: тяни, Руди, тебе сегодня повезет. Повезет мне, и, соответственно, мы поехали тянуть, ребятушки, нашего героя Руди. Да? Да, Шейн? Она говорит: да. Вот. Да. Поехали, ребят. Нам удачки пожелала Шейн, и сегодня у нас будет прямо мега призыв. Потому что мы сегодня еще сделаем бесплатник, кстати, да, видите, тут тоже 40-й, и гарантиком должен быть как минимум какой-то редкий герой, то есть пэт, напарник. Давайте посмотрим, что у нас будет, либо будет вдруг легендарный. Так, опачки. Опаньки! Что-то, по-моему, ничего там не было, если честно. Генри садист. Нет, Генри садист нам не нужен. Нам нужен какой-то редкий, легендарный напарник. Да это все не то. Это ерунда какая-то, Люки. Погодите, стоп. Ну понятно. Короче, здесь 40-40. И вот следующий как раз будет гарантом. То есть 40 это вам не гарант. Нужен 41, чтобы был гарант. Хорошо, давайте попробуем еще сделаем разочек призыв, ребят. Еще разочек призыв. Ага, ага, во. Ну, не красным, ребят, не горит, не красным, к сожалению, я вижу только желтое, ребят, свечение. А это означает, что легенду нам тут не ожидается. Выпадет какой-то золотой. Суккубочки. Суккубочки Реймера. Ничего не могу сказать. Ну, лучше было бы Лего. Лучше было бы Лего, было бы круче. Вот, значит, что, ребят, у нас, давайте дальше. И, соответственно, уже переходим в героя. У нас такая же ситуация. 130 прокручено, и нам нужно, видать, 141 до призыва рыцаря света Руди. Ну, будем акцент делать на него, потому что мы тянем именно его. И будем надеяться, что вот эта легендочка плюс, если кто не знает, это действительно легендарный плюс герой, которого я жду в своей команде и подготовлю ему горячий... Что, простите? Погодите. Уже сразу легенда? Так. Да ну это не то же! Абсолютно страж. Это Руди. Это Руди, но это не тот Руди. Ну нет. Нет. Это не тот Руди был. Ребята. Это самый первый, который был, который я тянул, который мне не пришел, я удалил аккаунт. Ну это... Ну нет, ну я не хотел его, я хотел другого, нового, красного, красного, светящегося, золотого. Все, моя дикция просто меня покинула. Я расстроен, я печален. 140 прокрутов, куда? Руди. Ну, я выбил Руди, я кричал, Руди хотел, да, вот все время хотел Руди, вот он, Руди, блин, но я почему-то не рад, я не знаю, почему я не рад. Да, боже ж ты мой, может еще что-то, ну, во, уже что-то получше, ну, не то, блин, нету, Руди выпадает, обычный, причем он, получается, выпал на 138-м прокруте, то есть он чуть-чуть выпал заранее. Вот, ну блин, это, во-первых, 138-й прокрут, это просто капец таки, как долго было, то есть он шел, он ждал до самого практически последнего момента, до самого конца, ребятушки, и вот он наконец-то выпадает. Теперь мне нужно 145, ну точнее там 139 билетов вот этих вот, либо там набрать кристаллов, чтобы теперь вытянуть, пытаться получить еще Руди. Где брать их, без понятия. Вот, за такое короткое время я боюсь, что до фула не прокачаюсь, не получу без доната, здесь, по-моему, никак не обойтись. Ну, я не знаю просто, где столько кристаллов набрать. Вот, поэтому
Буду, конечно, стараться еще раз его получить, но, блин, я не знаю, Руди это хорошо, Руди это классно. У меня не было танка на самом деле. Очень, ой, как бы полезно было получить танка. Ну вот этот Руди, он заходил бы на боссов как раз бы. Как раз на босса он бы там нужен был бы. Вот, а сейчас, а тот Руди, он не заходит. Поэтому, блин, я не знаю. Я не знаю, я немножко расстроен. Ой, здесь 140 и там 140. Вот как крути, не крути, чтобы нового героя получить, нужно сделать 140. В любом направлении, куда бы вы ни двигались по героям, нужно сделать 140, ребят, прокрутов, чтобы получить нового героя. Как-то так вот. Ну, а я что могу вам сказать? Вам, наверное, пожелать могу только удачки, ребятки, чтобы у вас была удача все-таки лучше, чем у меня, и, соответственно, вы уже вытянули нужного вам Руди. Вот, ну а я, соответственно, буду тоже копить и буду стараться. Как-то, ребята, вот так вот. Поэтому оставляйте свои комментарии, что вы получили. Вот, а я пошел плакать в подушку и фармить вот эти вот билетики, проходить испытания всяческие, качаться дальше и плакать, плакать, плакать. И качать Руди, Руди абсолютного стража. На сегодня, ребятушки, это все. Вам всего хорошего. Оставляйте комментарии, что выпало вам, тянули вы, не тянули, на кого вы копите и что вы хотите от этой игры. Ну и, соответственно, подписочка на канал для всех новеньких, кто еще до сих пор этого не сделал, а то Шейн придет за вами и накажет вас. Вот. Покарает своей тьмой и своей, возможно, красотой. На сегодня, ребятки, все. Всем хорошего настроения, удачки и всем пока-пока.